знаете, что предложение наших турецких друзей не прошло. Почему? Потому что в том числе и наши депутаты парламента не поддержали. Было бы, наверное, совершенно справедливо с политической точки зрения отметить в этой же декларации, если не осудить, то во всяком случае выразить сожаление то, что наши депутаты парламента не поддержали разрешение этого вопроса, тем более некоторые из них были инициаторами, не озвучивая. Я говорю, ну, давайте не озвучивать фамилии, хотя бы вот этот момент. Я, если честно, вот то, что сказал Георгий Георгиевич, я полностью согласен, но я, как человек политики в Москве, я понимаю, что председатель наш точно не знал, что этот вопрос будет советить Европе, но башка наша точно знала. И поэтому, Ирина Федоровна, надо было, наверное, все же этот вопрос пролоббировать. Надо было, чтобы эти депутаты, которые представляют фракцию социалистов, одностатка, я понимаю, он здесь никогда не жил и не будет, но как ни странно, нас представляет. Но уже и президент Дадон Игорь Николаевич нас поддерживает. И у нас там вроде получается 4 депутата. Почему сама премьер-министр госпожа Санду сказала, что с ней никто не говорил эту тему? Почему мы не действовали, как сказал Георгиевич, одним фронтом? Почему не собрались все во главе с вами, пошли бы к американскому, русскому, ко всем депмиссиям, поговорили бы, попросили бы и действовали с одним фронтом. Вот если мы это бы сделали, я уверяю, этот вопрос там бы прошел бы на ура. А так вот получилось то, что имеем. Сейчас мы примем декларацию, спасибо скажем. Да, Габриэль, спасибо, но вопрос ушел пшик никуда.